Приходилось, в общем, мочь гонять пару раз. Есть спринтеры, есть стайеры, и вот я как бы могу бежать далеко, но не быстро, в общем-то. Кипел, когда вот эти вот новости, что людей буквально ни за что, за надписи на асфальте, там, штрафы сутки, там, и чуть ли не сроки, там. То есть меня это вот как-то так зацепило, и, что, ах, вы там за надписи, вот вам надпись, которую вы не только не сотрете, но еще и увидит много людей. Последнее время девиз этот, ну, кто если не я, да, когда, если не сейчас. То есть, ну, блин, ну, кто за нас же никто ничего не сделает, поэтому только сами. И хоть что-то, хоть маленькими. Можно вдохновлять, рассказывать, еще что-то. Обязательно победим.